Если зайдете в общественный транспорт и услышите стихи, не удивляйтесь, это литературный автобус. Творческий маршрут появится в столице по случаю книжной выставки. Таким образом, организаторы решили украсить дорогу на 26-й международный форум. Автобус будет отправляться от Дворца спорта. Конечной остановкой станет выставочный павильон «Белэкспо». Именно здесь уже завтра развернется главное литературное событие года. Проезд бесплатный, но приветствуется знание стихов. Будут, как и молодые, но читать, значит, именно начнут свои, но будут уже маститы, но поэты начнут читать, но свои, так и будут, наверное, классиков читать. То есть будет, значит, это, наверное, полный спектр, а главное, говорю, что можно будет, наверное, поэзию послушать, ну, как на пути, ну, к выставке, но так на пути и с выставки. Добраться на литературном автобусе на книжный форум можно будет с 10 утра до 7 вечера, пока будет работать экспозиция. На ней книгоиздатели из 35 стран представят свои лучшие новинки.